Здравствуйте, это Юнис и прогноз погоды на телеканале ПС. Сегодня особенный день, день добра и тепла. И если с добром вроде нету проблем, то вот с теплом беда. И о погоде на 6 мая в Архангельской области. Итак, в Котласе сегодня плюс 8, пасмурно и небольшой дождь. Ветер сильный. В Плесецке 0 градусов, на небе пасмурно и сильный снег. Собственно, как и ветер. Ну что ж, и Вельск плюс 2 на термометрах, облачно, снег и ветер слабый. Наконец, о погоде в Архангельске. Утром пасмурно, небольшой дождь, температура плюс 1, ветер сильный. Днем погода изменится, но не в лучшую сторону. Плюс 1 на термометре, ветер сильный. Пасмурно, все вроде так же, вот только дождь сменится на сильный снег. Вечером, так же как и днем, снег, пасмурно и температура воздуха минус 2. И совет на прощание: по пустякам не заморачивайтесь. Ответ нет, и выключен свет. Ну что мне делать, если это любовь? Простить, остаться или уйти? Ну что мне делать, если это любовь? До встречи на телеканале ПС.